Меня зовут Илья, мне 33 года. Я работаю на предприятии, делаем колеса для КамАЗа. Прихожу на работу, мысленно уже думаешь, как побыстрее бы день закончился. У меня был в детстве рыжий кот. Я пытался его нарисовать, но было очень тяжело его, чтобы он там замер, да, в какой-то позе. Забавно получилось, можно сказать, ничего не получилось. Потому что вряд ли заставишь животное сидеть на месте. Я думаю, да, есть такие люди, которые пишут стихи, но я конкретно я их не встречал там на предприятии. Ну, скорее всего, вряд ли кто скажет, потому что это прям такая вот стеснительная тема. Не каждый там может раскрыться в полноту своей меры, да? А кто-то, наоборот, даже не стесняется. Я вот даже некоторым людям завидую, которые снимают вот эту завесу с себя. На заводе не оценят, потому что там ребята такие суровые прям. Как ты отреагируешь, если мы сейчас поможем тебе организовать выставку на заводе? Не думаю, что это будет хорошая идея. Как вам картины нравятся? А какая больше всего понравилась? Слоник. Слоник? Да. А вы знаете, чьи это картины? Нет. Это картины вашего коллеги Ильи Самсонова. Вы знали, что он пишет картины? Нет, конечно. Илья! Здравствуйте всем. У вас есть вопросы к Илье? Почему слоник красный? Он горит от стыда, наверное. Слон еще символизирует мудрость и доброту. Тебя как зовут? Я Иван, я это сделал. Хочешь кино сняться? Ну, ты рабочий на заводе, но ты так рабочий на заводе. Вот это ты должен. Тебе надо будет завтра рисовать картину и рассказывать о себе, как ты стал художником, несмотря на то, что ты еще и работаешь на заводе. Завтра. Все, хорошо, давай, я позвоню. Спасибо. И у тебя. Смотри, какие здесь. Так же держи. Профессионально. Да как профессионально? Как удобно, так и держим. Фантовы снимают, они вот так держат. Хер это собачий. Вперед! Давайте. Не посрами честь русского художника Челябинского. Сурового челябинского художника. Да. Друзья, здравствуйте. Меня зовут Иван, я режиссер, мы снимаем кино. Я вас очень прошу подойти и посмотреть картины. Вы готовы? Пойдемте. Да, как это вот, я не знаю, как у актеров это получается, надо... Ну вот смотри, а вот ты представь, что ты вот это сейчас на завод реально пойдешь показывать. Ну вот, возможно, что да. Об этом и думай. Почему там фамилия на Т? Это псевдоним. Псевдоним, да. А вот ту картину ты где рисовал? Ту картину где рисовал, дома или прямо где-то? Ездил на озеро. На Кункуль. Да, я с детства рисую. Вот. Можно паузу? Да, конечно. Я не могу, это неестественно. Я обманываю людей. Все пиздец. Нормально. Друзья, спасибо вам большое. На самом деле, это не его картины. Нам нужна была ваша реакция. Неподдельная, он ребят. У нас актером. Вы нас за это, пожалуйста, извините. Большое вам спасибо. Мужики, с меня причитается.
они были попадают. Были на производстве, мы на Урале суровые. Ну вот, можешь, когда захочешь. Станок не бросай, но рисовать надо.